все почистить и будет видно. Да-да-да. Вон они, видишь, все тащат, блядь. Да. Тут у них засада. А вот там у них комната, походу. Здравствуйте. Добрый день. А вы кто и что вы здесь делаете? Здравствуйте. И давно вы здесь живете? А кто еще здесь живет? Вы один? Ну это святое. А как вас зовут, ваше имя, фамилия? И персональный код. Ну говорите, говорите, извините, говорите. Извините, кому я вообще? Ну то есть мне надо сейчас прямо с полицейским прийти, я правильно понял? Вы можете назвать себя? Я просто на улице, вот так, здравствуйте. Вы назвать себя можете? Да, понятно. Ну назовите, пожалуйста. Ивар. Ивар, фамилия? У Ивара есть? Ну, скажите. Затем, чтобы вы находитесь на территории, которая вам не принадлежит. Да. Ну, поэтому скажите, кто вы. Вы слышите, или вы хотите сразу отсюда уехать? Прямо сейчас? Ну, я обратно уже приглашусь. Ну, придете, ну, так вам а это будет неприятность. Зачем они вам нужны? Вы просто назовитесь и все. Я от вас больше ничего не требую. Для того, чтобы я просто услышал, блядь, вашу фамилию. Это вам и не надо. Теоретически у вас будет возможность здесь остаться. Может быть. Если вы будете. Да, если вы будете нормально отвечать на все вопросы. Я тут вас снимаю.